Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Рубин. Проект замечательный, все супер, работает, платит. У меня хорошие новости. Значит, несколько минут начался предстарт платформы за 100 рублей. Платформа «Старт» называется. Значит, сообщество Рубин запускает стартовую платформу «Старт», где вход составляет всего 100 рублей. И они сразу, друзья, проводят здесь акцию. Здесь я уже зачитывать не буду, как бы все можно прочесть. Розыгрыш будет случайным образом через LikeU. Так, определятся 5 участников. И активируют платформу. Что нужно сделать? Тут уже прочтете. Сделать репост, на группу подписаться. Значит, и что у нас? Вход всего 100 рублей. 4 коротких 7-местных стола. Реферальная программа 10%. И автоматический переход в площадку Light. Я вот заходила несколько минут, еще не было. Вот сейчас зашла и уже появилась вот платформа «Старт» за 100 рублей. Естественно, я зайду. Я заходила на Light и в очередь. Ну, я все активировала, как бы, да. Заработала я здесь уже более 2000 рублей. Значит, у меня на балансе есть 100 рублей. Я нажимаю. Как пополнять, я показывала в предыдущих видео. Ничего сложного нет. Значит, «Старт», «Перейти». Все будет автоматически. Значит, смотрите, старт состоится 30 декабря в 14:00 по московскому времени. На время предстарта действуют ограничения. Не более 2 клонов в каждом столе. Активировать можно сразу все столы. Расстановка будет по дате регистрации, чтобы никто не обогнал своих кураторов. Так что спешите. Здесь вот маркетинг «Старт» можно посмотреть. Так, давайте посмотрим. Нас перебросит, уже сами тут все прочтете. Вот. И что? Доступный вход всего 100 рублей. Платформа «Старт» позволяет абсолютно каждому продемонстрировать, как работают 7-местные столы, автоматические клоны и реинвесты. Всего 4 7-местных стола. После закрытия 4-го стола реинвест в 4-й стол. И автоматический переход в Light 1, в Light 0 и Light 1. Нет никаких комиссий. Все 100% деньги идут в сеть. Переливы, реферальные 10%, все это прочитаете. Будут и клоны, что это очень супер. Значит, нажимаем далее «Активировать». Подтверждаем покупку. Да. Успех. Ок. Я активировала платформу. Все. Так. И купить клон. Можно сразу купить 2 клона. Что я и сделаю. Я вот этого не знала. Все хочу сделать в режиме онлайн. Поставлю на паузу и открою кошелек. Так, я открыла кошелек. И что? Сразу покажу, как пополнять баланс. Нужно мне еще 200 рублей. Потому что на предстарте только можно купить 2 клона. Вот вкладочка пополнения. Друзья, здесь указывать нужно будет платежный пароль. Потому что денежка вводится в ручном режиме. Ставлю 200. Далее пополнить. Перебрасывать на платежную систему Pair. И далее по схеме. Нажимаю рубли. Подтверждаю. И все. Страничка обновляется. У меня на балансе стало 200 рублей. Так. Старт. Нажимаю сюда перейти. Так. Это у меня куплено. Видите, старт. Далее. Купить клона. Подтверждая покупку. Да. Успех. Клон стоит также 100 рублей. Один клон. И покупаю второго клона. У меня осталось 100 рублей.
И подтверждаю покупку. Успех. Все, у меня куплено 2 клона. Я готова к старту. И буду ждать 30 декабря. И все это в автоматическом режиме активируется. Ни кнопки никакие жать не надо. Ничего. Далее иду в финансы. Хочу показать, чтобы не быть голословной. О, 2690 рублей у меня заработано. И здесь вот наши как бы идут вот, финансовые операции. Вот. Вот я пополнила. Предактивация, старт. Ну, так что там и реферальные начисления, все на свете. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Я проектом в целом довольна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.